Друзья, всем привет! Покажу сейчас небольшой лайфхак с реноватором. Вот у всех такие штуки есть. У меня в данном случае аккумуляторные. У кого нет, классный инструмент, не пренебрегайте этим. Лайфхак в чем состоит? Вот установил пильное вот это вот полотно, которое, ну, в любых положениях пилит. И есть такой маленький способ, небольшой, интересный. На двойной скотч клеится наждачная бумага вот сюда на поверхность. Очень прикольный лайфхак. Сейчас увидите, вот наждачка, да, я вот кусочек уже отрезал. И вот сюда просто наклеивается. Можно вот так чуть загнуть. Вот, смотрите. Можно не давить, кстати. Вот видите, вот эта часть я стер, а вот эту вот нет. Смотрите, еще раз давайте посмотрим. Удобство в том, что рука не устает, работает за вас вот эта вот машинка. И достаточно быстро можно зашлифовать. Вот я такую вот взял дощечку и вот чуть-чуть зачистил. Всем пока, ставьте лайк. Thank you.